Switch. Hello everyone. Сейчас будет взрыв цвета. Да, яркие краски. Да, вообще. Они там все в розовом, таком неоновом, зеленом, вообще таком. Не то, что я сегодня. У меня траур по погоде. В Астане опять похолодало. Кажется, скоро будет снег. Резкая эта перемена погоды. Так что Switch нам сейчас поднимут настроение, добавят красок. Я и так убираю тут батареи горячие. Ладно. Так, подождали больше недели, да? Могла и месяц подождать, нормально. А никогда вообще это месяц назад, по-моему, записывали, да? Эту... Настолько эмоции растянули. Офигеть, какой Кэмден розовый. У меня такие прям восточные мотивы. Это типа Oriental Pop. Кстати, прикольная песня. Ну, вот эта часть, которую я хотела. Давайте чуть погромче поставим. Switch. Конвин центр. И победитель, как мы уже знаем. Классно. Цвет явно не отражает Кэмдена натуру. Ну что, я плавильно Барби. Котик. Блин, мне нравится часть. Классный припев. Такой прикольный. Блин, у него реально вайб Сону из The Boys. Лапочка такая. Ой, его так волосы ему чуть плывут. Стоят у него. Прикольно. Какой зайка. Котик точнее. Здесь так на чём дыме похож? Стрейский, который... Да, его. Как говорят, что он похож? Просто взрыв цвета, настроение, вообще всего. Play again. Yes, please, play again. Он вот прям в тематику сейчас же все это обсуждают Барби фильм. Да, точно. Такой сладкий, сладкий. Такой хорошенький. Что за странное движение? No. А, это типа голосовать? Типа голосовать, наверное. Ханбин, чукае. Это единственный человек, фанаты которого не будут страдать до следующей недели. Не говори. Ну, этот, он, Ханбин, так потихоньку поднимается. Так что, если честно, я не удивлюсь, если он окажется в финальном топе. Сегодня даже сравнивали его с другими участниками. С Минхёном сравнивали, с Дайон, с кем-то еще.
до этого, которые участвовали, что они тоже с 11-го потом в топ попали в итоге. Вот, так что, ну, я только за необычного топа, ну, в смысле, разнообразного. Поэтому. Да. Неожиданный топ, давайте нам только за. Следующий.